Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Reader Play, меня зовут Панда. И мы продолжаем проходить игрушку The Silence. Остановились мы на том, то, что помогли выбраться, играя за сестру главного героя из лап хищного растения, нового друга в стране безмолвия. И, освободив птичку, она принесла письмо уже ее брату. Ну, вернее, не брату, а нашей спутнице. Милой девушке, лидеру повстанцев. Давайте посмотрим, что будет дальше. Всем приятного просмотра. Give me a leg up. Подсади меня. Okay. Ладно. Так. Садим тебя. Напомню, играем мы на PS4. Ой, о, вот это да. Это того стоило. Ow! Люблю, когда женщина сверху. Надеюсь, он тоже. Oops, slipped. I thought you were clumsy, but you're also a wimp. You're just too heavy. Слишком тяжелая. Что? Это не я, а броня. Да, вот тоже. Скажи про вес, девчонки. Про полноту. Ладно, давайте. Дыра тут есть. A dark hole. Темная дыра. Я уверен, что там... For me, it's just a hole. Though it is a pretty dark one. Он говорит, такое существо, как вот мой Сэндвик. Так, можно ведь на него переключиться. Неро не хочет лезть. Так, с птичкой тоже, ну-ка. Listen, it's nothing personal. Слушай, ничего личного, ясно? Just don't bug me. Просто не поднимай. Кто медовый? Ай, не умеет он. Что за гусеница, которая не умеет ползать? Он, наверное, еще вырастет. Так, цветущий корень. Ел какой-то цветочек. Так, что он, может быть, здесь что-то? А, блин, у него такие комментарии. О, да. Ладно. Наверное, все-таки парнем походить. Это куда-то улетело. Прячься там. Oh, no. What do we Нет, do now? Что же нам теперь делать? No talking. Молчи. Искатели чуткий слух. Okey-dokey. Ладушки. Окей-доки. Копье. А, блин, что теперь? Как сразу за этих играем, что I'll just imagine this is a fairy tale, and I'm the dragon slayer. And the dragon slayer needs a spear. Это можно переключаться сейчас между персонажами, получается, что. Убежище. Не могу, чудище меня видит. Так. Почему Ноа не рассказал мне о своих историях о безмолвном мире? Неужели у искателей глаза на затылке? Можно переключиться тоже, нет? Пока как-то ничего не делается. Так, видимо, здесь пока нам надо что-то сделать. Так, ну давайте будем здесь смотреть. Не отступай, это просто дерево. А, то самому на дерево попробуйте. Why don't you just climb up there?
Are you worried about the beautiful bark or something? Nonsense. Come on, work with me here. Давай, помоги мне. I don't think you have to punish the tree. Да, меняется, но уже за это наказывать дерево. Не языком мели, а делай. Давай, будем пинать. Давай. Тут уж нехорошее что-то будет, похоже. Hey, what's wrong with you? Let go! А, нифига. Hey, в финале-то мы оба забрали только девчонку. Жизнь, трус. All I wanted was to find просто хотел найти Ренни. Потом явилась эта птица, а теперь Киры нет. Чё? И чё теперь надо туда слать? Damn it, Kira. Тут тебя, Кира. Давай, лазим в нору, что ли. Ой, это чё за хрень? Kira, Kira! Кира, Кира, ты меня слышишь? Эй! На полной отключке, да. Осторожно капали усики, щупальцы. Жикира. Слишком неуклюжий и большой, чтобы увернуться от электрических этих. А, так может вот этот сможет, да, получить? Королевское желе какое-то. Ну-ка, давай. Absolutely circus worthy. Лучших цирковых традиций. Так, и что теперь? Ну-ка, ешь что ли? Whoa, I think you're. О, кажется, ты ее успокаиваешь. Королевское желе. Так, а теперь я могу ходить? My respect, your Его почтение, Ваше Величество. Она не хочет со мной говорить. Так, ладно. Еще раз надо что-то. Пропасть. Да, вот этим пациком-то можно в пропасть? Oh, wow, that's deep. О, есть. Сколько там эти? Чё? I knew it. Я так и знал. I need a safety net or something. I need a safety net or something. Страховочной сетки что-то. Да. Так, пропасть-то он не может, ничего там. Здесь что? Чей? Может он? Can't get there. Так. Слишком неуклюжий, чтобы увернуться от этих роботов. Ну, это понятно. Так, может мне надо это... Как-то поймать эти отростки? Пацаны. Просто пройти что ли туда-сюда получится. Понятно. Нет, все-таки здесь нам что-то надо делать. Не могу понять, что.
вообще, может быть, что-то другое он палить может? Ну, под окном можно. That's the super honey that makes Spot glow and buzz. Может, надо как-то... с ней поразговаривать. Excuse my intrusion, your majesty, but it seems that your honor guard kidnapped my guide. Want a trade? Royal jelly. Как-то это никак не помогает. Так, надо, наверное, как-то по-другому попробовать. Так. Как-то же... Ой. Нет-нет-нет, не так, не так, не это я хотел. А, так, вот я забыл, персонажа сдувать же можно. И что-то получится. If I'm really the hero of this story, this will work out just fine. Должно сработать, я эти истины делаю. Oh man, oh man, oh man. Боже, боже, боже. Even the roots beneath the earth are too high for me. Не так, что ли? Так, ну, видимо, надо уходить. Так, и что, я не могу замутить теперь? Так, теперь надо как-то выйти. А, может, кстати, ай да блин, ну, на улице что-то палить можно. I'll be right back. Так, мы идем наружу. Будем смотреть, что тут. Наружу нам можно. Тут перешепку нужно. It's fused to the cocoon, I'm sure. А. The cocoon would drop down into the chasm, along with Kira. I need a safety net or something. First, I need to secure the chasm. Что за страховая сетка? Здесь что там? I could leave Kira to the bees and try to find Rini on my own. I could also get lost and never find Rini at all. Screw this. Да, так можно вообще обломаться, да? Ну, что-то какая-то загадка, туда-сюда ходить приходится. Ну, понятно, что и как вот теперь. Надо это что вот? Окон, что ли, подышать?
First, I need to secure the chasm. А, или... First, I need to secure the chasm. Просто надо этот мост, что ли, поставить и потом тянуть. Мало ли та не упала, что ли, девчонка, так? Ой, господи. Ладно, давайте тогда выплюнем, что ли. Now she'll land safely. А, вот. И теперь я смогу, наверное, потянуть. В общем-то, тоже несложный квест. Если, ну, если все так, конечно. Это по хитрам, блин. В Японии гораздо сложнее, мне показалось. It's fused to the cocoon, I'm sure. Let's see if I'm right. Так, все, теперь спускаемся. Help me, Spot. А, теперь вот можно допрыгнуть. Ты автоматом все сделаешь, я надеюсь. Ну и отлично. Amazing. Так, что теперь? Теперь мы должны допрыгнуть, по идее. Get you out of there. Come on. Gotcha. Whoa. Ah. Ну все, девочка, спасибо. Ох ты, опять ты так. В какой позе. Вот и такие приключения потом беременностью заканчиваются. No pulse. Can't hear a heartbeat either. А и уже это плохо надо делать. Okay. Remember the kiss of love? Сейчас поцелую истинной любви из жизни. Сейчас сразу очнется. В общем, кстати, если по правилам один делаешь, то надо три нажима на грудь, потом это вдох делать. Насколько я пошли, я правильно помню, конечно. Потому что что-то... А, может быть это? Давай вот, наполним ее этим гелем. А, может, щупальцей надо ударить. Так.
Так тут надо... Мать-то. А что нажимать-то надо? А вот, скрестик надо было нажать. Ты ее замкнула еще, что ли? Королеву замочили. Да уж. Ну ладно, будем надеяться, девчонка выживет. О, и это упало. Салютик. Thank God. О, Богу. Ты пытаешься меня убить? Сейчас спас, ты что гонишь? Здесь будет спокойнее, зря кажется. Ты такой странный, ого. В прошлый раз я был здесь клоуном. Возвращение. You okay? Порядки? Guess so. Кажется. What's that in your hair? Что у тебя в волосах? О чем ты говоришь? Давай не будем злить. Nothing. The light was playing tricks on. Просто игра света. We should get out of here. Нам нужно выбираться отсюда, пока эти твари все еще спокойны. Okay. Хорошо. The bees are back. Как назло, что улетели? О нет. Hey, the message. Эй, послание. А, надо еще навестись. Give it to me. You can't. Отдай мне. Сейчас не время это читать. Уходим. Подожди. I just want a quick glance. Хоть одним глазком. Damn it! We need to leave. Нам нужно уходить. Oh, are you kidding me? Ты издеваешься? Ничего не написано. Отдай. Так, вот теперь нам надо играть в убежище. Но об этом, ребят, в следующей серии. Спасибо за просмотр. Немножко затянуто получилось в этот раз, но... Ну, просто 15 минут пытался хронометраж продерживать. Ну, чуть-чуть побольше получилось. В общем, в любом случае, спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь, кто еще этого не сделал, поддержите. Буду благодарен и всем пока. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум, мы вместе бум-бум-бум.